Новости с громкого процесса в Мосгорсуде, где слушается дело об убийстве экс-полковника Юрия Буданова. Следственный комитет проверяет информацию о возможном давлении на свидетеля. Речь идет о подкупе одного из ключевых участников процесса, человека, который утверждает, что стал очевидцем преступления. Александр Евтухов, выступая сегодня в суде, заявил, что не узнает в подсудимом Юсупе Тимирханове убийцу Буданова. Он заявил, что тот не похож на стрелявшего. При этом ранее свидетель сообщил, что адвокаты Тимирханова заплатили ему 100 тысяч рублей за явку в суд и дачу показаний. Защита подсудимого утверждает, что деньги предназначались на оплату поездки в Москву и проживания в столице во время участия в процессе. Теперь Следственный комитет проверяет, было ли оказано Евтухова незаконное давление. Тренина предложила Евтухову при даче показаний в судебном заседании уверенно заявить, что у киллера были светлые волосы, и он похож на славянина, а не на кавказца. Так вот, за такие показания Тренина обещала оплатить перелет Евтухова в Москву и обратно, а также заплатить ему еще 100 тысяч рублей. Евтухов согласился с предложенными условиями, и Тренина сразу же в одном из банков Новосибирска перечислила на банковскую карту Евтухова 50 тысяч рублей, а по возвращению в Москву перевела ему еще 50 тысяч рублей. СКР подчеркнули, что в ходе проверки будет дана правовая оценка выступления Евтухова на допросе в суде, которое может быть расценено как дача ложных показаний. Напомню, убийство Юрия Буданова обвинен 40-летний Юсуп Тимирханов. По версии следствия, преступление он совершил по мотивам ненависти и вражды, выбрав в качестве жертвы бывшего полковника, фигуранта одного из самых громких процессов о преступлениях военных на Северном Кавказе. Юрий Буданов, напомню, был застрелен в июне 2001 года на Комсомольском проспекте в Москве.